Они очень хотят, несмотря на недуг, стать полноценными членами общества. Для этого нужно немного. Доступное жилье, понимание окружающих и трудоустройство. Еще недавно работодатели избегали брать на работу инвалидов. Сегодня ситуация меняется. Что послужило этому в нашем следующем материале. Олеся, как сейчас говорят, человек с ограниченными возможностями. Судьба не баловала. Родилась с диагнозом ДЦП, мама в роддоме от девочки отказалась. Затем детский дом, школы-интернаты в Петрозаводске, Тихвине, Мурманске и 16 лет жизни в доме престарелых. Закончила колледж в Михайлове под Рязанью по специальности техник-программист. На работу пыталась устроиться еще в 21 год через центр занятости. Безуспешно. Заканчивала курсы, но трудоустройство это не гарантировало. Да и нынешние работодатели в большинстве своем не готовы принять инвалида. Мне эта работа не подошла по доступности и по условиям работы. Там такая была большая длинная лестница траповая, и на нее нужно было забираться, но она была железная. Но вы сами понимаете, когда это будет, например, зимой, добираться скользко, и можно повредить что-либо себе. Отсутствие пандуса, контактных средств связи для глухонемых или незрячих, соответствующего оборудования, либо элементарное нежелание брать инвалида – основные препятствия для их трудоустройства. В чем сложность работы с такими людьми? Ну, во многом сложность. Одна из сложностей – это уходы на больничные. То есть они болеют чаще, чем другие люди, чем мы здоровые. Несмотря на это, Мурманский центр занятости, начиная с прошлого года, трудоустроил 193 инвалида из 250 обратившихся. Создано порядка 40 новых рабочих мест, специально оборудованных и оснащенных для лиц с ограничениями здоровья. Работу получили соискатели в производственной, бюджетной сфере услуг. Значительным мотиватором с декабря 2016 года для работодателей стало предоставление грантов в форме субсидий. Теперь сумма 60 тысяч рублей будет направляться работодателю при условии побеждения его в конкурсе, на который он сможет оснастить рабочее место. Как средствами производства, если это офисное предприятие, офисная работа, допустим, там компьютерами, многофункциональным устройством. Этой программой уже воспользовались ряд руководителей. Директор одной из швейных фабрик, на ее производстве трудится 73% инвалидов, сегодня приняла в свой коллектив двух неслышащих сотрудников. Субсидия оказалась кстати. К нам пришли два человека, два инвалида. Мы для них оснастили рабочие места хорошими машинами, новыми, современными, серводвигателями. Это двигатели, которые не шумят. Таким образом, центр занятости на сегодня может предложить 639 рабочих мест для инвалидов. Да и здание учреждения – максимально благоприятная обстановка для работы с этой категорией граждан. Комплексная мнемосхема при входе и в холле. Она помогает найти нужный кабинет незрячим и глухим. Поручни и пандус для маломобильных групп. Для слабослышащих – телефон со спецфункциями. Данный аппарат предназначен для общения с гражданами, которые носят слуховые аппараты. Значит, рычажком приводится в рабочий режим. Здесь есть встроенный микрофон в этом аппарате. И, значит, при общении идет усиление звукового сигнала. Кнопки помощи, обслуживание инвалидов только на первом этаже и специально оборудованная туалетная комната. Олеся в поисках работы – частый посетитель центра занятости. Дискомфорта здесь не чувствует. Сегодня ее обрадовали, предложили курсы делопроизводства, 2 месяца учебы и долгожданное трудоустройство. А значит, возможность полноценно жить, работать и строить планы.